Добрый вечер. У нас сегодня на ужин были манты. Ну или манты. Вот так они сплюснулись. Мы обычно делаем большие, поэтому нам нужно покупать другую мантышницу. Они вот, которые поменьше, они вот такие получаются. А которые вот большие, мы любим большие. Всегда делаем большие. Мы даже вот ложим в серединку. Я маслом все смазываю, в середке тоже. И снизу листа, вот здесь снизу листа тоже смазываю, потому что, чтобы они потом не рвались, не прилипали вот к верхнему листу. Я, в общем, все смазываю маслом. Мы уже поужинали, это осталось. И вот я положила баночку, это сыну завтра на обед он возьмет. Вот. Вот такие вот у нас вкусненькие мантышки получились. Всем привет! Я сегодня купила вот такую ветчину. Ничего, такая вкусненькая. Вот наш магазин. Такая вот ветчина. Вот такая вот палочка. Вот. Вот хорошая ветчина. И я еще купила творожную массу. У нас продают вот такую творожную массу. Вот. Курагой. Очень вкусно, нам нравится. Еще я купила сегодня творожок. Вот такой вот. Тоже вкусный. Сметану. Я всегда ее беру, она очень вкусная и густая. И молоко. Вот в такой вот мы ставим молоко, разрезаем, вот так наливаем. Очень удобно. Сегодня вот я сделала слойки с сосисками, тесто магазинное. Вот такие вот уже одну утащили. Вот такие вот хорошенькие, вкусненькие. Я еще, правда, не пробовала, но мне кажется, они вкусные, потому что мы постоянно делаем. Вот такие вот быстренько накатал, раскатал, порезал, закатал сосиски. У меня пол сосиски. Я не целую сосиску, половиночки. Ничего, вкусненько. И еще мне сегодня пришлось зарубить молодую курочку. Она у меня что-то приболела. Думаю, ничего не кушать. Забав вот вообще нету. Думаю, если я ее не зарублю, она ничего не будет кушать, она потом сдохнет. Ну, эта курочка неплохая. Вот сейчас выпотрошу ее. Вот такая хорошая, неплохая, не худенькая курочка. Вот, сварю лапшичку. Вот. Я, правда, сегодня купила. Я вот сегодня у нас купила вот такие вот окорочка. Сейчас хочу приготовить гречку. Один окорочок возьму, приготовлю гречки. У меня еще я вчера варила бульон тоже с окорочком. Вот такой вот вкусненький, хороший бульон. Я не стала суп варить. И вот я кушаю бульон, мне нравится. Такой хороший, вкусный. Вот, сейчас я приготовлю гречку. Ну, всем пока-пока. Я еще сегодня купила яблочки зеленые. Ну, я их показывать их не буду. Они везде продаются. Вот, ну, в общем, в основном так это мои, наверное, покупочки выходят так.